Волонтеры группы «Движение навстречу» стали добрыми друзьями для воспитанников Темниковского и Потьминского детских домов. Руководитель добровольческого отряда Милана Кузьменко объединила вокруг себя единомышленников, всех, кто готов бескорыстно помогать ближнему. Раз в месяц волонтеры собираются вместе и отправляются к своим юным подопечным с подарками и интересной развлекательной программой. В поездках участвует обычно от 10 до 20 человек, кто свободен в этот день, у кого есть желание, кого мы можем с собой взять, потому что не всегда, к сожалению, у нас хватает транспорта, мы ездим на собственном транспорте. Но лично я после возвращения оттуда, я испытываю какой-то колоссальный внутренний подъем. Мне очень нравится общаться с этими детьми. Каждый раз волонтеры привозят детям все самое необходимое – вещи, игрушки, канцелярские товары. Готовят интересные мастер-классы, в которых ребята участвуют с большим удовольствием. Горящие детские глаза, улыбки и живое общение – вот то, в чем, по мнению волонтеров, по-настоящему нуждаются ребята. Мы им нужны, в первую очередь. И они нам также нужны, что удивительно. То есть мы же не тратим все свои силы на них, это не через силу, не через «не хочу». Нам просто очень нравится. И мы туда приезжаем просто как в гости к друзьям. И видно, что они нас ждут, что даже вот между поездками мы всегда с ними списываемся, созваниваемся, всегда в курсе того, что у них происходит. В конце сентября волонтеры «Движения навстречу» вновь отправятся в детский дом. Чтобы принять участие в благотворительной акции и помочь детям-сиротам, достаточно просто написать организаторам волонтерской группы «Движения навстречу» ВКонтакте или позвонить по телефону 8-920-051-85-95. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисих. Служба новостей, Саров, 24.